Кстати, пляжные вечеринки Radio Energy продолжаются в прямом эфире. Сегодня у нас открытая студия, сегодня у нас зрители. Привет, ребята! Ю-ху! И у нас сегодня дресс-код, купальники, пляжная одежда. Так что вечеринка наша продолжается. Еще дадим сегодня слово нашим победительницам турнира. Но у нас сегодня в гостях и музыкальные наши друзья. Итак, встречайте в этой студии автор, исполнитель и аранжировщик собственных песен, саунд-продюсер Андрей Звонкий! Встречаем! Yeah! Да, Андрей, отличное выступление. Привет. Доброе утро. На пляже, привет. Как ты сам себя называешь? Российский рагоисполнитель собственного оригинального музыкального стиля. Не, ну на самом деле, да, я раньше любил исполнять треки, вот регги, рага, там вот ямайские все эти истории. Пуяка. Ну да. Теперь мы поняли, что это за направление. В общем, Саймон объяснился. Вот, ну, в общем, вот это, да, я раньше любил это, и как-то у нас была группа, вот где я, в общем-то, это так и читал, в общем-то, вот. Поэтому, наверное, да. Но все-таки рага — это такая взрослая музыка. А на какой музыке ты вырос, чтобы прийти вот к тому, чем занимаешься сейчас? На самом деле, если брать нашу музыку, да, то я, конечно же, это русский рок, и Цой, и Наутилус, и Крематорий, и так далее. И хип-хоп. Вот, а потом, наверное, где-то, ну, позднее электронная музыка, конечно, меня так цепанула. Вот. Давайте петь уже. Да, что ты споешь? Что-то известное свое, чье-то. Я спою свой трек. Давай, отлично. Известный, ну, старый трек такой, на самом деле, ну, известный. Живьем. Окей. Да. Давай, супер. Я знаю, ты хитер, но я хитрее тебя. И не поможет больше осторожность твоя. Я сыграю для тебя решающую роль. Этим самым нанесу тебе боль, но это будет нелегко. Я от страха рожу корча, иду на тебя. Хоть ты силен, как стая волча, и молча. Ничего не взяв с собой, я иду дорогой туда, где будешь ты просить пощады. Далеко-далеко за 3-9 земель. Там, где метельными лапами из белого снега колыбель. На холме стоит огромная умная ель. На ветвях висит сундук, а в нем хрустальный шар. Он твоя погибель, глаз да глаз за тобой нужен. Верь, не верь, но будешь ты обнаружен. Глаз да глаз за тобой нужен. Верь, не верь, но будешь ты обнаружен. Вот такая вот старая песня. Сказка. Как называется? Шазам не нашел, я пыталась. Эта песня называется «Глаз да глаз». «Глаз да глаз». Это такая классическая, старая песня. Вот прям такой, прям классика рага такая. И ты слова сам писал? Да, да, да. Слова такие забавные, очень круто. Это на самом деле сказка на вот про царевну с там иголкой в яйце. Вот это просто как такая моя версия все. Андрей Звонкий у нас в гостях. Спасибо вам, спасибо. До скорых встреч. Yes! Energy!